Стрейкбольный автомат АК Макпул Жуков от производителя из Китая компании ЦИМА. В комплекте есть сам автомат, бункерный магазин, заглушка для приклада, пластиковый шомпол, небольшое количество шаров, ключ для регулировки мушки, аккумулятор, зарядное устройство именно для этого аккумулятора и инструкция на русском языке. Пламегаситель, ствол и труба приклада выполнены из алюминиевого сплава. Ствольная коробка и крышка ствольной коробки выполнены из стали. Цевьё, рукоятка и приклад выполнены из пластика. Тыльник приклада выполнен из резины. Штатные прицельные приспособления. Мушка с возможностью регулировки и целик с возможностью регулировки. На цевье есть ячейки интерфейса M-Lock для установки дополнительного оборудования или респланок, на которые также можно установить тактическую рукоятку, фонарик или LCU. Приклад телескопический с возможностью регулировки по длине. На прикладе есть гнездо для установки быстросъемной антапки для крепления ремня. Также антапка есть у основания приклада. С левой стороны ствольной коробки есть крепление для прицельных приспособлений. Органы управления самые стандартные для приводов АК серии. Это спусковой крючок, клавиша отмыкания магазина и переводчик режимов огня, совмещенный с предохранителем. Он имеет три положения. Это предохранитель, автоматический огонь и одиночный огонь. Если потянуть за имитацию затвора, мы получаем доступ к регулировке хоп-апа. Хоп-ап тут стандартный, АК типа регулируется с помощью стандартного бегунка. Внутри установлен гирбокс третьей версии. Стандартный, все компоненты гирбокса взаимозаменяемы запчастями от других производителей. Аккумулятор располагается, как и положено, под крышкой ствольной коробки. Разъем мини-таймия, есть предохранитель. Для данного привода подходят бункерные и механические магазины АК серии от фирмы ЦИМА.